Телефонный номер для таксофона. На столичных улицах появились новые, так называемые, социальные телефоны. В отличие от обычных таксофонов, эти аппараты выкрашены в красный цвет. Стоимость звонка минимальна. Кроме того, эти телефоны могут сами принимать звонки. Подробнее о новинке в репортаже наших корреспондентов. Таксофоны красного цвета с синей телефонной трубкой. Прежде чем установить новенькие аппараты по городу, их проверяют на прочность в лаборатории. Механическим молотком наносим удар по дисплею и выясняем, соответствие ГОСТу, выдержит данный дисплей испытания или нет. Итог испытаний – аппарат годен к непростой уличной службе. Предполагается, что служить будет на благо народу, ведь проект универсальных таксофонов социальный, призван связывать людей в Москве за чисто символические деньги – по 57 копеек за минуту разговора. Но можно позвонить и на сотовый телефон, и в другой город, и даже в другую страну. Правда, уже по общегородским тарифам. Кстати, у новых таксофонов появилась еще одна функция. Такой телефон может сам принимать звонки. Это удобно, когда у человека совсем нет при себе денег, и он, сообщив номер таксофона другому абоненту, отвечает на входящий звонок. Если вас интересуют те расходы, которые понесет Московская городская телефонная сеть, то это ежегодно будет компенсация в размере 45 миллионов рублей. То есть это не окупаемый проект? Это чисто дотационный проект. Насколько новенькие красные телефоны будут востребованы, пока непонятно. Сейчас в Москве установлено 125 таких аппаратов, и горожане к ним еще не привыкли. Ни разу не пользовался и не видел, что звонил. Ни разу не видел. Заходит только смотреть карту, там карта хорошая Москвы. Вот ее смотрю, все, а так абсолютно. А часто вы бываете около таксофона? Вот часто вы здесь работаете? Так я же скажи, вот тут 5 метров. Никто же не заходил, кто не звонил. При мне ни разу. Однако эксперимент решено продолжить. И в январе к уже установленным аппаратам добавится еще 500 штук. Анна Алексеева, Алина Меледина, Виктор Виноградов, Вести Москва.